Ну, что за песня это? Так, это минусовка, что ли? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, выключи мозг и Бузову включи. Танцуй под Бузову. Чик-чик, под эту легкую музыку. Арбузами танцуй под Бузову. А где тут песня еще у меня была? Господи, куда ж я подевала? А, вот Майя. Женя! Да не за что, я всегда, ты же знаешь, рада тебя поддержать. Ты мне скажи, пожалуйста, что там, ответ был или нет по поводу картошки? Словам. Ты только мой. Только мой, а я одна такая, моя твоя. Классная песня у Майи. Не нужен ты, нужен ты. Не нужен, нужен ты, так нужен, нужен. Так, почему ушел Человеков? Но Серафим решил, что ему сложно на проекте, что это не его место. Поэтому он в один день собрался и ушел. Ну, у каждого, ребят, свой тембр голоса. Я так пою, Майя так поет. Твоя. Мне нужен ты, нужен ты. Фильтр клевый. Спойте про Розу Ебарова песню. Так, песня Ебарова «Роза моя, ты чайная». Это ж было 900 лет до нашей эры. Где она у меня тут, я, наверное, ее сейчас и не найду. Да, ребят, у меня все прекрасно, все нормально, не волнуйтесь. Не переживайте, когда мне надо будет, я тогда поеду домой. Не переживайте. Шабарины уходят все-таки или нет? Я первый раз об этом слышу, что Шабарины должны уйти с проекта. Почему они уходят, тоже непонятно. С чего вы так решили? Нет, я так не считаю про Алену. Роза написала пост, что ушли. Потом она его удалила, этот пост.
Зайдите кровью и найдите этот... как ваша внучка? Вчера говорили, что приболела. Да. Приболела, сегодня ходили по врачам, завтра еще по врачам. В общем, назначили миллион лекарств, лечатся. Шабарин и Роза. Наверное. Писали про уход. Но потом они удалили этот пост. Видимо, передумали. Слава Богу. Что-то как-то свет падает странно. Темное лицо. А, да, Роза выставила прощальный пост, но потом его переделала. Совершенно верно. Из этого я делаю выводы. Зачем говорить о том, чего нет? Смысл? Вы же все видите. Раз она переделала пост, значит, нет этого, правильно? Но смысл об этом говорить? Пустоту? Да. Каждый имеет право передумать. Я вообще считаю, что каждый в своих сетях имеет право делать то, что он хочет, но также имеет право передумать, и в этом нет ничего такого. Все мы люди, Господи, у каждого есть эмоции, это нормально. Жень, где ты там? Ты тут еще? Вопрос. Да, я смотрела клон, конечно. Вопрос, какой ролик не поняла. Иногда эмоции переполняют, а потом разум берет верх. Абсолютно верно. Да, Алена, девчонка классная. Да, ребят, ребятки, кто у меня недавно ко мне присоединился, я здесь, да, ночью тоже. Каждый хочет слышать то, что он хочет слышать. Доброй ночи, Наташа. Здравствуйте, здравствуйте, да. Вы знаете, у Татьяны Владимировны есть мужчина за периметром, и он ее ждет. Так что все у нее нормально. У меня нет окон в кабинете. Почему вы так решили? Слева от меня окошко, там снег идет. Кстати, вон видите цветочки? Розы белые. Маргоша принесла сегодня. Не слушайте, все вранье. Забыла. Я говорю, Марго, бери с собой. Она говорит, нет. Что я делаю тут ночью? Поверьте, мне есть что делать тут. Алена всем классная. И Ебаров классный. И Рома Макеев классный. Вы просто не знаете этих людей лично, ребят. И делаете выводы там по каким-то поступкам. Можно подумать, мы никогда ничего, никаких поступков не совершали. Нет, не считаю я Ромку темной лошадкой. Наталья, передайте привет нам. Привет, пожалуйста, Насте и Даше. Мы вас очень любим. Передаю вам привет, Насте и Даше. Огромный привет. Да, у нас свободный график. То есть не свободный график, а ненормированный рабочий день. Рома, да нет, он не сильно пьет. Марго, да, пижамный бизнес что-то не пошел. Мы так с Маргошей разговорились, она говорит, ну не особо, но смысл держать этот бизнес, вкладываться в него, если нет никакого выхлопа. Ну зачем нервы мотать, деньги вкладывать? А, чем вам нравится Рома? Постоянно молчит. Рома...
когда скажешь. Понятно. Не забывай только, что у меня в пятницу день рождения. В следующий раз надо будет ему устроить порку. Я просто не знала эту историю. Я ему завтра ставлю выговор с занесением в трудовую книжку. Да? Сегодня летела к вам, а он просто кинул меня. Это плохо. Это плохо. Я ему скажу.
считаете, что в 2.15 люди должны быть где-то с электронной няней? Почему не в комнате и не в кровати я не помогаю? Ну, серьезно, да. А ты, папа... Дим, не знаю, почему так говорят, что Оля должна победить. Вот это странно, ребят. А почему не Дима? Ну-ка, давайте порассуждаем на эту тему. А вот видишь, Дим, что пишут? Дим, без обид, ты не достоин звания ЧГ. А вот Оля сильно... Вы что, забыли? А Оля самая лучшая мама, да. Естественно. Она достойна, я за жену, но боремся мы вместе, правильно. Также говорит Оля про Диму, что мой муж...
кто может выиграть, а кто не может выиграть. Вот тоже как-то я прямой эфир вела. Я за семью Дмитриенко заслужили, это приятно. И говорят, что типа Майя и Лёша.
меня. С детства были такой харизматичный. Наверное, с детства. Вадим Спиц на канале ТНТ. Всем спокойной ночи и хорошего всем дня. Пока.